Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК будет выживать на зомби-выживании вместе с моими подписчиками. Буквально одну минуту назад, я, ребята, не вру, может две, я написал у себя на страничке ВК, мол, ребята, заходите, играйте вместе со мной, и вы только посмотрите, ребят, буквально за пару минут зашло 12 человек, большое вам всем спасибо за вашу отзывчивость, и, пожалуйста, кто не в теме, ребят, переходите ко мне на страничку ВК, добавляйте меня в друзья, добавляю всех, и, возможно, ребята, именно вы будете на следующей записи. Ну что ж, а мы продолжаем. Так, я чё-то вообще никого из выживших не вижу, но я вижу, что все пишут «Привет, Кентуха». Давайте напишу «Привет всем». Выживших осталось очень много, поэтому, ребята, у меня есть все шансы кого-то заразить. Ну что ж, мы, ребята, продолжаем. Пока что никого не вижу, но я надеюсь, что это ненадолго. Блин, опять никого нет. Ну чё-то... Кент и настоящий, да, ребят, кстати, еще очень частый вопрос, вы у меня спрашиваете, мол, Кент АПК, какой у тебя ник, ребят, мой ник Кент АПК, да, я вот недавно поменял ник, буквально пару недель назад, и теперь у меня ник Кент АПК, надеюсь, вы его запомнили, и больше не будете у меня спрашивать, какой у меня ник, потому что я, ребят, часто встречаю, когда вы пишете, мол, Кент АПК, ты фейк и так далее. Так, а кто это у нас такой, ну иди ко мне, мы сладенькие, вот блин, я-то не знал, что это за ловушка, обманули Кента. Ага, обманули дурака на 4 кулака, называется, да? Развели кента, и теперь я не знаю, куда мне идти. Ничего себе! Вот этот хитрый парень, я даже не знал про эту нычку. Слушайте, ребята, а я смотрю, что на офис добавили много новых нычек. Ничего себе! Вот этот кента разводят, да? По-жесткому кента развели, мне прям как-то стыдно стало, да? Потому что я думал, что я не такой нуб. Знаете, что самое-самое обидное, ребят, самое-самое обидное, что осталось почти половина всех выживших. То есть довольно-таки много людей просто остались живых. И самое-самое обидное, что у меня нету среди них. Я зомби, я хочу быть выжившим. Ну, я, ребята, к сожалению, не знаю все нычки. Да, я каюсь, надо было посмотреть ролик Волли или еще кого-то и узнать все нычки на карте офис. Но я этого не сделал, и, ребята, в связи с этим я немножко нублю. Ну, как немножко, довольно-таки неплохо нублю. Так, а чё вы тут стоите-то, пацаны? Чё фкашите? Там что, кто-то есть? Или это мне кажется? Так, а тут никого нет, да? Блин, вот я тут стоял вместе с вами 5 секунд, и тут никого нет. Вы что тут делаете? Давайте играйте, пацаны. Ну, пипец. Я, конечно, все понимаю, но давайте как-то по-нормальному играйте. Так, где тут у нас есть еще выжившие? Тут еще где-то был парниш, он по мне стрелял, но, по всей видимости, он тоже уже стал зомби. А, уже 5 секунд, ну все уже, конечное. А я скажу, что выживших осталось не так уж и много, один человек, но мы, ребята, пытались. Так, все, кентуха, надо взять какое-то нормальное оружие, что-то я не хочу, аух. Давай, Галил, да, возьму Галил. И все, ребят, знаете что, давайте, короче, бежать за каким-то парнем, возможно, он знает какую-то нычку. О, я буду бежать, короче, за этим парнем, у него ник Дронтюб. Так, Дронтюб. Это что, плохая нычка, пацаны? Не-не-не, плохая, вы что? Так это плохая нычка, вы что все сюда пошли? Ну ладно, давайте. А, еще я зомби, да ну. Вот я только нашел нормальную нычку, я только нашел тех людей, которые будут со мной в нычке, и сразу же, ребята, закон подлости, Кент АПК зомби. Эх, довольно-таки обидно, я себе только взял в руки Галил. Блин, я думал, что это живой человек, это картина. Ладно, идемте дальше. Кент снова зомби. Да, ребят, самый обидный момент, что я обратно зомби. Так, и в эту нычку больше не пойду. Ты меня больше не разведешь. А он сам в нее попал, да? А ну-ка. Да какой хитрый парень, а ну иди ко мне, мой сладенький. Ну все, давай, больше ты меня так не обманешь, как в прошлом раунде. Все, я теперь знаю, что надо делать, когда ты стоишь возле той нычки, поэтому все, кента больше не развести. Так, и где-то тут было очень много выживших людей. Вот, а, да, вот тут слева, да, надо это сломать. Так. О, Дронтюб, приветик! Это тот парень, который мне показывал нычку. Приветик. Кент, почему ты не сотый левел? Ну, ребят, не знаю. Ну да, ребята, надо Кенту тоже качать левел, потому что что-то вообще обидно. О, приветик, мои сладенькие, первый пошел. Давайте дальше. Всех скушаю. Бонжур, так сказать, приятного аппетита. Эу. Иди ко мне, моя котлеточка. Если бы людей можно было сравнивать с едой, ну, все-таки, как ни крути, я зомби, то я бы сравнивал, наверное, всех с котлетами. Я так обожаю куриные котлеты. Еще котлета по-киевски, кстати, довольно-таки неплохо. Кто пробовал, то ставьте лайк. Да и вообще, ребята, ставьте лайк, кто любит еду. Кто хоть раз что-то кушал, ставьте лайк. Но если вы ничего не кушали, то, скорее всего, у вас, ну, не существует. Так, а выживших осталось 2 человека, да? Или вообще 1? А, так нормально, сейчас заразим, да вы что? Сейчас буквально, ребят, за 30 секунд и уже все. Нет больше выживших.
Вот он, мой сладенький, иди ко мне, мой пирожочек. Ух, смотрите, какой быстрый, да? Ничего себе, братан, я смотрю, ты, ну, неплохо бегаешь. Так, все, ребят, давайте, ломаем. Активнее, хорош! Просто, ребята, лучшие, все. Зомби-команда победила, и надеюсь, что в следующем раунде Кент АПК все-таки будет не зомби. У меня Галил. Ребят, наконец-то я не зомби. Так, в эту нычку я не пойду, потому что ее легко проломать. Знаете, куда я хочу пойти? Надо куда-то пойти, не знаю, по зашкварней. Так, не знаю, не плохое место. Ладно, давайте сюда, потому что решим. Блин, я не знаю, куда мне бежать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как страшно-то, зомби... Ой-ой-ой, ребята, зомби-заражение началось, я еще не знаю, куда мне притулиться, я не знаю, куда мне бежать. Так, надо, Кент, думай, Кентуха, давай быстрее. О, может сюда пойти? Правда, я тут буду один, как-то страшно, да, но все-таки давайте. Пойду сюда, тут где-то кнопочка, на нее нажимаю, и я в безопасности, да? Я хочу жить долго и счастливо, поэтому я, ребят, не хочу тут прятаться. Давайте лучше пойду куда-то, блин, куда-то вправо, потому что слева зомби. Куда-то сюда я пойду, и тут буду стоять и ждать зомби. Хотя нет, тоже плохая нычка. Я не знаю, ребят, не знаю, вообще нычек не выучил, пипец. Я, конечно, прям сам себя в шоке. Надо было, ребята, немножко подготовиться. Ой-ой-ой, там зомби! Так, ты меня не видел, все хорошо. Так, отлично, зомби меня не видел, это хорошо. Где Кент? Все спрашивают, ребята, я сам не знаю, где я, но я просто бегаю в поисках хорошей жизни. Блин, это защита! Не, я, конечно, все понимаю, но я думал, что защита немножко получше, просто блок. Вы куда? Не-не-не, так, а ну-ка. Короче, это Спарта! Так, я попал, я в домике. Так, все, пацаны, Кента не заражать. Да вы что, не-не, отстаньте от меня, маньяки. Блин, ну так быстро все произошло. Так, а ну-ка, ребят, о, давай, ты... ну кто знает нормальную нычку? Вы что за мной, блин, я, ребят, хотел побежать за вами, а вы бежите за мной, это что такое? И что за дела? Так. Я обратно зомби. Ну нет, 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 ну обратно я зомби. Ну, ребят, у меня жестко подгорает. Знаете почему? Потому что 3 раунда из 4 я зомби. 3 раунда из 4 я зомби. Ну, не знаю, ну разве было так мало выживших или еще что-то? Ну, ребят, ну почему именно я? Ну за что? Я же ютубер, я снимаю видео. Знаете, у меня такое впечатление, как будто где-то там сидит в углу Раум, и он такой, так, а кто у нас тут играет? Так, играет Кент АПК. Сделаю-ка я его зомби. 3 раунда из 4 подряд. Да, ребят, конечно, приятно такие сюрпризы получать. В кавычках, конечно же. Я хотел повыживать, хотел побегать с Галилом. И на тебе, Кент АПК зомби. Ну, спасибо. Ну, хотя бы одну нычку выучил, и то хорошо. После просмотра данного видеоролика, ребята, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. И у меня есть, однако, вам небольшая просьба. Ребята, пожалуйста, напишите в комментарии, что бы вы хотели видеть на моем канале. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока.